А это дополнительный сонг появляется? Блин. Да. Это третий сонг Гидейлс. А вы же сказали, это он при каком-то скилле добавляется. Нет. Но у меня он продвинутый. Сейчас у Эдика вообще скорость под 200. У тебя сонги идут синие и красные. Ты бафаешься синие и красные. Вот, Руф, ты стрим смотришь? Ты, да, да. Ты Фьюри проучил, да? Смотри, вот мои синие, а вот смотри, красные. Ага. Видишь, и на всех красные бафнулись. Да, да, да. Я тебе это, Тоха, еще рассказывал, когда мы только выбили этот скилл. Ты чем слушаешь? А при чем тут я... А, ты Руфу говоришь? Я, во-первых, не видел, как он в пати действует. Я видел. Я был в пати с этим, с гольфом, с Вовой. Он мне бафал этот красный сон. И хвастался, и мемо. У меня есть красные скиллы все. А вы теперь на 20, у вас все на 20 увеличилось. У тебя пробуждение идет зверское этого скилла. Ты Руфу скажи, что у тебя там 20%. Да, Руф, у меня, короче, сейчас я тебя зачитаю, что он дает. Вот до хера ему там дал. Ну, у меня да, 183 идет скорость атаки сейчас. А прожми вот этот камушек на плюс. Сайху сейчас. Меня он пробафал, у меня 207% на моей арбульке. Сейчас их надо. Это потому, что у меня агилы нет. Прикинь, у меня на арбе нет агилы. Чтобы ты понимал, у меня на агилы 27 на арбе. Вместе с Сайхой 193,8, почти 194. А ну бафни я у танка посмотрю. Это я еще, если бы я в агилку перекачался, то с агилкой было бы, наверное, 200. Ну вот ты там танку бафанул, у него стало 215 атак спид. Охуеть! Ну вот смотри, он дает, Руф, читаю, атак спид плюс 20%. Да, и дал мне крита 80% твоя хуйня. Каст спид плюс 20%. И скорость бега плюс 15. Ты слышал, что я прочитал? А мы бегаем, посмотри, как быстро. Особенно мой танк. Жесть. Блять, слушай, имбовый скилл. Я такой же хочу тоже. Или давай Эдику такой добудем, если Эдик будет играть с нами на поле. Какой? Дэнс Фьюри. Ну это нужно будет баланки, чтобы он на пачку шел. А у тебя нету никакой карты? Нет, у меня баланки нет, у меня только какая. Ну там не только баланки. Там не только баланки. Арчиха еще. У меня на Detect Weakness, на снижение Damage Reduction. Да, тут тоже классный скилл. Он пробужденный идет. Пробуждение снижает еще и у ворот, помимо Reduction. О, мочите мобов. Вот теперь у него стал полноценный глаз с этими сломбами. Дуалы красный, красный топовый скилл. Да. Мы быстрее теперь РБ можем забирать, Охер. Я тебе рассказывал. А ты начал на меня кричать, что я там обосрался. Не кричи раньше времени. Пока дело не сделано, запомни. На человека догонять жути не надо. У нас была бы скорость, наверное, под 220. Я тебе крест даже, смотри, кину, ебать. Халявный. Слышишь, а ну на Ирен пересядь. Зачем? Но я хочу посмотреть, у тебя какой продвинутый будет крест или нет. А, ну да, второго левела будет. А ну, пересядь. Сейчас. Эта карта просто не апнутая. Да, он продвинутый, у меня горит. И масхил продвинутый. Смотри. Смотри, я сейчас Эдика я захилю быстро за 2 секунды. Эдик, смотри. Поскольку я тебя хиляю, Эдик? Должен Эдик, по 400, по 500. Посмотри, там Эдик. Давай. Да, ну... Я тебя хиляю, ты смотри, вот. Сколько, я не могу летит? Засечь, потому что оно просто летит, как будто бы у меня это тикающий хил. Ну по 500 где-то. Так я тебя за два этих захилил полностью. Ты чё, там 500-600 у меня хиляет. Да, слышишь, очень быстро. Кидаю крест на тебя, смотри. Новый крест полетел. Видишь, он улучшенный. То белый был, а это желтый. Так надо вот с этими ходить, короче. А надо, я карту надо апнуть, у меня нет дублей. Он 50% дает, не улучшение, да. 30%. А ну, еще следующий, третьего уровня, по-моему, 80%. Ну да. Ну, короче, Фома, надо с этим крестом ходить. Ну все, дай мне дублик, апни мне карту, я буду с этим делать. А сегодня 11 карт этих дадут. А да. Карта 11
Можно будет вытащить красную карту. Давай. А когда это будет? Ну, сегодня в дейликах. А. Я просто... Там с карты 11 этих дадут. Понял? Я почему Арчиха кажу? Потому что Арчиха прокачана, и мы быстрее РБ убиваем Арчиха. Естественно, но лучше ты... ходить моей вот этой хилкой. Это будет уже полноценная арба. Дайте ей жажду. Нет, просто ты... Вот смотри, тут палка двух концов. Я не спорю, что Арчиха у тебя мощнее, но... Смотри, баланки у меня не хилятся. Баланки, они слабее, получается, идут, чем тот орк. То есть, а зато у тебя на этой кресту лучше. Ну, то есть, понимаешь, тут палка двух концов. Вот я тебе кинул крест, он тебя сейчас вообще не пробьет. Ни на секунду. Смотри, он тебя пробивает? Нет. Вообще, да? Он тебя бьет. Ноль урона. Ну да. Вообще не наносит урон. А у фиолетовой арбы пробуждение идет фиолетового скилла. Там уже процентов за 100 будет. Там вообще поглощение урона 100%. Это вообще жесть. Ты видел на стримах у Мегиона, кто бегает с фиолетовыми этими орбами? Их не пробивают. Там. Ну как не пробивают? Такие средние игроки не пробивают. Пробивают, я убивал. Убивал? А мы же с тобой убивали. Красную. Может, а я не понял, может там колы не закрыты. Все там закрыто. Чекайте РБ, блядь. Смысл? Этот,